С вами снова Катя. Наливайте себе чай или кофе, а еще лучше стакан воды, не холодный, желательно теплый. И давайте вместе посмотрим, что же приготовил для нас 12-й каталог. На первой страничке три новых оттенка туши First Class: синий, зеленый и коричневый. Не решилась я все-таки ни на один из них. Тушь отличная. Для меня она одна из лучших в каталоге, потому что в черном оттенке получается сделать эффект накладных ресниц. И такая вот нестандартная фибровая щеточка, она абсолютно ровная на всем протяжении. Большое расстояние между щетинками, таким образом она срабатывает одновременно как и фибровая щеточка и как силиконовая. Новая губная помада, которую я вам уже обзор сняла, супер, цена всего 199, по моей цене 147 рублей. Ссылка на интернет-магазин всегда под видео. Пудра, на которую я засматривалась, 64-10 оттенок коричнево-бежевый, хотела использовать в качестве бронзера, но уже в нескольких обзорах я увидела, что далеко она не бронзовая. Хайлайтер, который в два раза больше пудры, для меня тоже не интересен, потому что хайлайтеров у меня и так много. Но мне нравится, что в линейке, да, у нас с вами были пудры в таких, ну, в дорогой линейке декоративной, теперь появились и хайлайтеры, и румяна. То есть, если кому-то нравится косметика класса люкс, то можно подобрать себе все в один набор, в одну расцветку, в один вид упаковки. Фаберлик Лайк. Любой продукт 70% скидка. А вот это уже для меня. Я люблю то, что бюджетное, влажным способом наносить. Мне не подошло. Но могу признаться, что я очень жалею, что брала в запас другие оттенки пудры, потому что слоновая кость оказалась просто идеальной. Так, где акции нет, комментировать не буду. Аква де Портофино. Скидки сделали на все, кроме губной помады, потому что она настолько всем понравилась, что ее берут и со скидкой все со скидкой в 70%. Ну, честно, меня не вдохновляет эта линейка, что прям побежать, покупать. Возможно, бы я купила блеск, но, опять же, не первая необходимость. Скидка 55% на губную помаду Гидролипс. На нее у меня есть обзор. И на первые 10 оттенках на губах, на разных женщинах. И обзор свотчей на руке показывала, потому что есть нюансы нанесений. Очень много как бы похожих между собой оттенков. Но на самом деле это не так. Обязательно оставлю ссылку. Проходите, посмотрите. Потому что есть оттенки, у которых есть перламутр. Есть оттенки, которые наносятся тоненько. Есть те, кто плотно. Я очень подробно все для вас засняла. Так, блеск для губ я не покупаю. Помада с помадным деревом, тоже обзор есть на канале. Очень меня манит, прям песочный нюд. Я считаю, что получается с моей скидкой чуть больше 100 рублей за такую помаду. Это прекрасно. Можно использовать и как бальзам, можно использовать и в качестве помады. Помадное дерево прекрасно ухаживает за губами. И после этой помады никогда рука не тянется ни к бальзамчикам, ни к чему-то подобному. Так, ну тут у нас скидок нет. Скидка на тушь Extreme. Она мне очень нравится, но вначале ее нужно раскрасить. Кстати, тут они представлены как раз таки парочкой. Я, если хочу красивые ресницы, аккуратные, ровные, то я всегда использую для начала тушь с фибровой кисточкой, чтобы их расчесать, прочесать, дать объем. А потом уже вторым заходом я пользуюсь подобными тушами. И всегда получается, ну, практически всегда получается идеально. 40% скидка на подводку. Но я как бы не пыталась, не получается у меня красиво нарисовать стрелку. Или мои глаза не рассчитаны для этого. Но не знаю. Так, карандашик обязательно надо маме заказать. Тени, на которые я думала, может быть, когда-нибудь решусь. Но как раз у нас теперь в следующем каталоге выходит самонаборная палетка, то, конечно, пролетаю мимо. Тональный, этот я не пробовал, но тут 25 SPF, сыворотка по типу блер крема, скидка 40%, все равно, я считаю, дорого, и можно взять по программе Like.
тональный для вас. Вот только сняла видео, показала на себе розовый подтон medium rose средний и нейтральный подтон medium, как это считается, neutral. В общем, этого слова в английском языке я не сталкивалась при обучении. Хороший тональный, но есть нюансы, и в принципе за 221 рубль, мне кажется, он один из самых бюджетных у нас. Тут SPF 15, нет, у нас самый бюджетный, это с чайным деревом, базовая цена 400 рублей. А тут у нас 550, если по программе Like, то он 165 рублей. По скидке каталога 221, ну с моей скидкой 26%, моя любимая палетка, на которую не дождаться. Вот про эти пудры я говорила, что хорошо, мне, ну я уверена, что румяна и хайлайтер как раз идут с ними в одном направлении, и хорошо, что они есть. Про вот эти тени хочу вам сказать, тут не хватает у нас 8-го оттенка, бронзовый восторг, как-то так. Хотя на картинке, ну не знаю, по-моему, нет, это не бронзовый восторг. В общем, бронзового восторга нет в каталоге. И на сайте он отсутствует, хотя еще совсем недавно, мне кажется, его видела. Так вот, я написала в обратную связь, появится ли бронзовый восторг. Потому что бежевое очарование светловат, а вот бронзовый восторг, он примерно в тех же оттенках потемнее. И мне сказали, что он снят с производства. Я была удивлена, я думала, раз уже новым шрифтом на упаковке написали, значит, эти тени оставляют. Но меня заверили, что в 14-м каталоге выйдет аналог данных теней, поэтому, я не знаю, вполне возможно, он будет дороже, как у нас это обычно бывает. Поэтому, если вам нравятся эти тени, вы давно на них заглядываетесь, то, возможно, стоит по программе Like приобрести, раз они, пока они есть в каталоге, хочу донести свою мысль правильно, пока они есть в каталоге, вы можете купить их со скидкой в 70%. Поэтому, если какие-то из этих теней вы хотите взять себе про запас, а тени все-таки так не портятся, как другая косметика, то лучше воспользуйтесь программой Like, и они вам достанутся за 255 рублей, если я правильно посчитала, потому что неизвестно, сколько будут стоить новые. А с другой стороны, может быть, оно и лучше попробовать что-то новенькое, пусть даже переупакованное, и пусть чуть-чуть дороже. Кисти обязательно буду покупать, обращаю ваше внимание, что если вы хотите купить эти кисти наверняка, то лучше заказ сделать прямо в момент старта каталога. Первые 3 часа заказ не удастся сделать. Примерно 3-4 часа с момента старта каталога. Каталог стартует в 12 ночи по Москве. Вот. Ну, как только это удастся, не знаю, там, рано-рано утром, или еще как-то обязательно заказывайте, потому что их 100% разберут, а цена отличная. Это первый раз у нас скидка на кисти. Я уже отчаялась, готова была взять по цене каталога без акции. И как только на это решилась, я увидела, что будет скидка. Обязательно куплю все из них, кроме, наверное, кабуки. Хотя я у Кати Матис увидела, как она этой кистью разравнивает весь макияж в конце. И поэтому теперь не знаю. Хорошая скидка. 40 рублей будут на кисть для тонального, для пудры. 50 рублей на кисть для румян. 30 на кисть для растушевки, на кисть для нанесения теней, кисть для растушевки карандаша. Максимальная скидка это на кисть для губ 60%, но, честно сказать, мне не понравилась кисть в вот этой кисточке, которая из нескольких маленьких состоит, компактная. И мне кажется, что тут она мне тоже не понравится. Мне нравится кисть. У моей мамы есть карандаш Oriflame красный для губ. И с одной стороны там карандаш, а с другой стороны там кисть для губ. Вот она такая мягкая, комфортная. Такую я хочу. А вот по фото мне кажется, что тут не то, что я бы хотела. Не знаю, девочки, если у кого-то есть от Oriflame вот кисть, что мне удалось от Faberlic. Найти. Так, окей, Google мой со мной разговаривает. Так, Chateau de Leroy, 55% скидка. Я всегда в этом плане смотрю, сколько бы мне обошлось по программе Like. По программе Like это 600 рублей. Ну и тут, кстати, примерно так же. Но я считала, да, что если скидка 55-60%, я могу брать по каталогу спокойно, потому что разница с Like будет небольшая. 480 по программе Like. Ну и чуть дороже.
неправильно передает каталог этот аромат. Ну, по крайней мере, для меня. Такой вот большой круг. Нет, неправильно. Этот аромат для тех, кому нравится... как же называется он? Love Potion. По-моему, это Love Potion в Oriflame. Такой красный бутылек, который оригинальный. Ну, не, который уже позже выпустили, а первоначальный. И Amor Amor Cacharel. Вот если вам нравятся два этих аромата, то Desirable вам точно понравится. Supergirl. Хорошая скидка. Марсель. Кстати, девочки, я благодаря аромату Марсель все-таки поняла, что мне не нравится, абсолютно не нравится абрикос. Когда есть абрикос в пирамиде, аромат будет немножко тошнотворным для меня. Я это поняла благодаря Марсель, благодаря Пондор и Urban Legend женский. Вот в этих трех ароматах абрикос, ну, как бы есть в пирамиде, и его там много. И меня начинает вот от таких ароматов подташнивать. Поэтому не мое. Где-то я его еще ощущала, Фаберлик. Фаберлик прям любит абрикосить. Не знаю, если вас тоже подташнивает этот абрикос, напишите, пожалуйста. Но если нет абрикоса, и вы четко вычленяете, какая нота вас раздражает в парфюме, то прошу, пожалуйста, напишите. В этом аромате флюорет, я его покупала, но он у меня так и стоит, я так и не решилась его открыть. Тестирую с пробника и все-таки понимаю, что, возможно, мне еще не нравится личи. Вот в нем какая-то есть неприятная приторность. Хорошая скидка, 179 рублей по каталогу. Значит, у нас это примерно, грубо говоря, 135. Вот такие вот маленькие парфюмчики, чтобы носить с собой в сумке. Так, о, отличная. Просто отлично, девочки. Вот эта акция хорошая. Не два, не три покупать, а любой. Бонус за покупку. Любой аромат. Aroma Money 239 рублей. У меня есть Эмбер. Это у нас прям сандал-сандал. У меня есть мускус. Но с мускусом я тяжело дружу, как выясняется, мой супруг тоже. А тут я мускуса не наблюдаю. Да, у нас по акции получается только Аква, Лайлек, Люлак, Манго, Бергамот, Apple, Амбр. Ну вот из всех них я могу посоветовать Амбр. Это прям аромат сандала. Так, миниатюрки миниатюрками. Ну, не вижу в них смысла. Так, хорошая цена. Но эти гели для душа, я уверена, будут подсушивать мне кожу. Так, вот, девочки, вот это супер цена, супер цена. Даже когда Валентин Юдашкин по цене 999, это выгоднее, чем Faberlic Like. Потому что по Faberlic Like этот парфюм обойдется вам за 750 рублей, любой из Юдашкиных. А по этой акции он получается 666. Итого почти 100 рублей экономии. Этот парфюм я советую все-таки приобрести в текущем каталоге. Потому что в текущем каталоге мужской... Юдашкин по цене 899 рублей. Это не самый стойкий аромат от Faberlic. Я хотела отдельное видео снять, но не знаю, успеваю я, не успеваю, потому что не все так быстро получается, как хочется. Что-то хочется быстрее сказать, что-то вообще не успеваешь. В общем, что я хочу главное вам сказать про этот аромат. Это один из самых достойнейших ароматов компании Faberlic. Он не самый стойкий, но он для меня унисекс. Это аромат благовоний, но не терпких, приятных, согревающих. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, у нас есть мира в составе. Ну, в общем, благовоние есть. Пахнет немножко так дымком от палочек индийских сандаловых. Сандал там тоже есть. Не ощущаю, вот сколько бы я ни принюхивалась, я не ощущаю морской аккорд. Но это такой теплый, обволакивающий аромат. Он хорошо держится на одежде, на горячей коже. Он достаточно быстро пропадает, но в нем нет дешевой базы. Потому что многие парфюмы от Faberlic для меня все-таки через какое-то время уходят в дешевую мускусную базу, которая на мне пахнет как будто бы вспотевшим телом. И мне это неприятно. И мой супруг, один из парфюмов Faberlic, протестировал и сказал: ты знаешь, вот я его нанес, вроде нормально все, но через какое-то время я пах, словно вспотел.
Вот у нас, видимо, супруга на нашей горячей коже, у нас у обоих горячая кожа, мускус уходит вот в эту дешевую мускусную базу потную. Я вот по такому же принципу не смогла использовать Avon парфюм. Как он был? Ванильный такой. Марина мне присылала. Короче, не вспомню. Посмотрите, я распаковывала подарок, ссылочку оставлю. Вот он во мне тоже, вот дешевый мускус уходит, неприятный, потный. И Валентин Юдашкин, это пудровый аромат. Если кто-то любит Moschino I Love Love, то вот этот аромат ближе к нему, потому что Felix Sensuel тоже считается пудровым ароматом, но он не такой. Вот тем, кому нравится Moschino I Love Love, 100% понравится Юдашкин Золотой. Давайте я все-таки сниму вам видео, как раз расскажу и про Юдашкин Мен, и про Юдашкин Голд. А вот этот аромат в жизни я себе никогда не куплю. Я и так, в принципе, он мне особо не нравился, но я сохраняла к нему нейтралитет, пока у меня не разбился его пробник, и я пылесосом все это не засосала. И теперь каждый раз, как я пылесошу, на всю квартиру пахнет Валентин Юдашкин Роуз. Я никогда не забуду этот аромат. Ну вот. Бомон тоже у супруга есть. Вот про него я тоже расскажу. Интересный аромат, своеобразный, поэтому обязательно посмотрите. Вот, про вот этот я говорил, Urban Legend, да, вот в нем тоже абрикос, мой любимый жасмин, но вот этот абрикос прям меня убивает. И этот аромат есть у моего супруга, то есть у нас есть и этот, и этот, и этот. Обязательно тогда вам сниму видео, расскажу. И Товаро у нас есть. Так, Дон Леон, про него я рассказывала, когда он был только новинкой. Это аналог парфюма Балдессарини Амбре. Под видео оставлю ссылку, где я про него рассказываю в одной из распаковок. Вулкана тоже по описанию, мне казалось, по пирамиде это 100% то, что мне должно понравиться. Но нет, если получится, и про него расскажу. Успевайте, в текущем каталоге за 147 рублей я покупаю шампунь 8 элемент Faberlic для мужчин, потому что в 12 каталоге он без скидки, а в 13 его вообще нет. Супругу понравился, не вызывает ни перхоть, ни чесотку какую-то в голове. У него, кстати, он чувствительный на шампуне, а этот ему очень подошел. Там 400 мл. Ну, тут я пролистываю. Давайте Пацифик вдохнем. Вот такой морской. У нас получается Атлантик с цитрусом, а Пацифик чисто морской. Ну, для меня это как... Уж простите, освежите в туалете. Обращаю внимание, что необычайная цена на эликсир для бороды. Всего за 49 рублей при покупке под каталогу на сумму от 499 рублей. Я обязательно куплю мужу. Муж у меня бородач. Ну, тут я пропускаю, потому что это не мое. На серию Доктор Кор на все 4 направления видео постараюсь выпустить субботу-воскресенье. Если получится, субботу отправлю супругу гулять с детьми, а сама засниму. Обращаю внимание, действительно лучшая цена года. Вообще не было скидки у нас на этот продукт. Скидка 55% на ночной крем для лица. Я его приобретала по программе Лайк за 360 рублей. Если со скидкой 55%, давайте 135 рублей нужно отнять. 400 рублей выходит по моей цене. Этот крем чуть-чуть дороже, чем по программе Лайк. Ну, я могу купить крем, а Лайк на что-то другое потратить. Очень хороший крем, мне он очень нравится. Он пахнет влажными можжевеловыми деревяшками. Но это не главное его свойство. Он легкий, он не забивает поры в нем. В принципе, нет таких веществ, которые комедогены. Да, есть люди, которые очень реагируют на какие-то масла в составе, особенно если у них высокий уровень комедогенности. Это не про этот крем, это очень легкий крем с приятным ароматом, который действительно помогает лучше спать. И я обязательно его куплю. И пусть он у меня будет на подарок, подарю маме и свекрови. Очень хороший крем, советую. Свечи не было, когда я заказывала новинки, и я решила, что это знак, что она мне не нужна. Океану я лично использовала только сыворотку, и она мне очень понравилась. Для сухой чувствительной кожи это спасение. Волшебная сыворотка под любой крем.
Global Oxygen 50% скидка, увлажняющий крем плюс крем для век. Увлажняющий у подруги, у меня питательный. Пользовалась легкий, достаточно нейтральная душка. Но не сказать прям, что вы знаете, чтобы я была в восторге. Вот прям восторженных отзывов у меня об этой линейке нет. 99% обязательно покупайте спрей-лед. Так, хорошие наборчики за 500 рублей вы можете прям весь комплекс ухода взять. Следующим каталоге. Обычно они, чаще всего они по отдельности. Но в этом каталоге можно взять вот прям парочкой. Сияние немножко подороже, но там и состав покруче, там и SPF. И сияние направлено на очищение. Вот эту линейку могу посоветовать для тех, у кого прям сухая, чувствительная кожа, действительно восстанавливает хорошо гидролипидный барьер. Оксикарбокси успеваете в текущем каталоге заказывать весь набор со скидкой 50%. Блер тестировала. Для меня он не нужен, а вот у свекрови сильная пигментация. И благодаря блеру хорошо так выровнялось лицо. Кстати, я тут попробовала у нее крем с моментальным осветляющим эффектом и поняла, что это шикарная база под макияж. Как-нибудь себе куплю. Обязательно буду покупать жидкие патчи для коррекции мимических морщин, чтобы бороться со своими кольцами Венеры и морщиной на лбу. Потому что скидки 50% вообще не было. И обычно у нас всегда все парами. Вот как, например, Weekend. Но эту линейку я не комментирую. Линейка Биомика удивила тем, что несмотря на противнейший для меня аромат, в нем все-таки продукция хорошего качества. Использую крем-флюид. Я купила со скидкой на распродаже по срокам годности. Пользуюсь просто огромным удовольствием. Вот просто огромным. Так, линейка про эликсир. У меня только гиалуроновой кислотой активный крем для век. И что удивительно, я обычно на гиалуронку реагирую. Конкретно в этом креме не реагирую. Поэтому если вы тоже, как и я, с гиалуронкой не дружите, можете спокойно попробовать этот крем. Так, ну тут хорошая скидка. Действительно хорошая скидка. Набор Матридженик 60+. Да, 60+. За 740 рублей можно прям комплект купить. Ну, тут шприцы все мимо меня. Ретинол Pro, Ретинол Like. Стандартные скидки. Все-таки, наверное, когда-нибудь попробую этот Face Sculptor. Так, вот тут, по-моему, да. На крем с моментальным осветляющим эффектом. Скидка 50%, 349 рублей. Я его на себе протестировала, хотя у меня нет пигментации. Этот крем просто волшебная база под макияж. Давно заглядываюсь и, наверное, все-таки куплю очищающий мусс для лица с энзимами. Скидка 50%. Это у нас глубокое очищение. У нас есть с вами ABC пилинг. Кстати, я его сейчас прохожу, потому что в Калининграде резко закончилось лето. А у меня после всех моих экспериментов и тестирования новинок опять немножко расширились поры, пошли какие-то высыпания. И я восстанавливаю кожу ABC пилингом. Вот, и если вдруг солнышко вернется, то я хочу перепрыгнуть на энзимный пилинг. В принципе, действие у этой программы и у этой программы по направлению одинаковое. Просто здесь гораздо более агрессивное воздействие и быстрый результат. Но программа мне очень нравится. Соус-пудра моя любимая. И скатка. Ну, скатка все-таки грубовата, и мне больше нравится ICUL. Говорят, что они похожи, но нет. После ICUL кожа другая. ICUL, по-моему, в текущем каталоге по хорошей цене. Так. Любимый крем для век моей мамы. Это наш с мамой любимый крем. 50% скидка. Ночная маска для лица. Могу посоветовать, потому что пока я пользовалась линейкой ICUL, у меня вообще не было проблем с лицом. Вот от слова «совсем». У маски интересная текстура, она такая как будто бы немножко крахмалистая, и она, когда вы разносите ее по лицу, она таким плотным защитным слоем ложится, но при этом нет никакой жирности, ничего противного, и с ней комфортно спать. Вот бывают ночные маски, с которыми некомфортно, с ней очень комфортно. Так, давайте. Ну, Глум моя любимица, я уже об этом говорила. Вербена тут скидки.
на ботанику. Лучшая цена года, действительно лучшая цена. И я, наверное, все-таки приобрету крем для лица увлажняющий и питательный. Пусть стоит, не себе, так на подарок. Всего за 159 рублей. Более 50% скидка. Обратите внимание. И лучшая цена года на крем для рук. Тоже все три хочу купить. В последнем заказе закинула себе для ног. Потому что все-таки летом в открытой обуви пяточки стали более грубыми. Но я нашла, девочки, я нашла волшебный способ использовать крем-компресс для ног, чтобы он работал просто на все 100. Вот по максимуму из него получить все, что возможно. Так. Кстати, вот я в 13-м каталоге увидела, что один из крем... По-моему, крем для рук один пропадет. Не знаю почему. Кстати, вот, да, будет крем-компресс по желтым ценникам. Надо, наверное, видео снять. Что я с ним делаю? Паста не самая выгодная цена. А щетки берите. Если есть в наличии, то обязательно берите. Скидка. Давно не было скидки на очищающий гель для интимной гигиены. Он у нас последний в этой линейке появлялся. Он с иланг-илангом. Увлажняющий. Так, про его альбинтинных зон я не пробовала. Гель-лубрикант со скидкой. Ну, выходит чуть меньше 200 рублей. Он, девочки, крошечный. Он крошечный, но он очень хороший. Он лучше того, что был. Действительно лучше. Так, пропал сначала со складов, а теперь из каталога крем для депиляции. Не знаю, что в нем такого, что его убрали. А он оказался шикарный, девочки. И полоски. Недавно на себе протестировала, мне очень понравилось. Я что заметила, когда распаковывала, что на полосках воск не такой, как тот, что я покупала ранее. Он очень мягкий, пластичный, и он очень похож на тот воск, которым пользуются. Так, у меня запись идет. Которым пользуются в салонах красоты. И я решила попробовать. Ну как, я так обычно не делаю, обычно восковая полоска у меня была на раз. Но в данном случае в D-Line очень пластичный воск, и я смогла одной полоской воспользоваться 6 раз. То есть я разогревала между ладонями, приклеивала на нужную зону на ноге, давала чуть-чуть схватиться, резкое движение, потом прикладывала на другую зону, хорошенько прям растирала ладонью по ноге. Эту полоска на ноге, я хорошенько растирала ладони, чтобы появилось тепло. Все, переходила на другую ногу. И получается, я поочередно эпилировала то левую, то правую ногу. Так вот, воск продолжал выдергивать волоски даже на 6-й раз. Причем практически не. Ну, там, может, 1-2 волоска он пропускал, но такое у меня было и при единоразовом использовании с другими полосками. Поэтому однозначно я теперь буду покупать только их. Они выходят. Ну, 100 с чем-то там, пусть, ну, грубо говоря, 170 рублей, но полоски обалденные, потому что их хватит очень надолго. Одной полоской можно вот, например, переднюю часть ноги от колена и до пальчиков ног полностью проэпилировать одной полоской. Пусть вторая полоска у вас уйдет на обратную сторону. В общем, очень-очень выгодно. Попробовала я мочалку, в распаковке не показывала, потому что приходил отдельный заказ, мне там школьную форму еще заказали. И я закинула себе эту мочалку, потому что она наконец появилась на складе. Именно фиолетовая все время пропадала. Что могу вам сказать? Этой мочалкой надо не мыться надо, а ее в шкаф вешать. Я когда открыла упаковку, мне так пахнуло отдушкой очень сильно. И она настолько мощная, что после первого вскрытия пахло все ей. Я взяла вот за эту петельку, подвесила на вешалку и разместила у себя в шкафу с одеждой. Девочки, все пропахлось этой мочалкой. И вместо ароматизатора шикарно можно использовать. Как маркетологи умеют правильно сделать? Вот когда такую страничку вижу, сразу хочется заказать. Мыло так себе, ботаника уверенно будет сушить мою кожу. Нет. Тоже постараюсь до конца недели выпустить вам обзор на новиночку. Но аромат все-таки, девочки,
Ой, вот мне пахнет сначала приятно персиками, а потом все равно уходит в какие-то мыльные пузыри. Не та душка. Вот кокос таким не страдал. Кокос в этом плане ведет себя гораздо более пристойно. Снуки не подружились. Дезодоранты у нас все хорошие, что в лакрем, что эти. Единственное, обращаю ваше внимание, что лен и алоэ это не антиперспиранты. Ну, серия волосы не комментирую, шикарная краска, действительно очень хорошая. Стоит брать. Так. Что тут у нас? Ну, скидки, ничего сверхъестественного. Арису. Так и не знаю, девочки. Ну, вот не лежит у меня душа к этой серии. Нравится мне мой лакрем. Мне нравится суперфуд. Однозначно буду ими закупаться. Вот что мне нравится в суперфуд. Помимо того, что натуральные ингредиенты, гель для душа в суперфуд просто самый лучший для сухой, чувствительной, атопичной кожи. Лучше него я не встречала. Но его, правда, нет в этом каталоге. Шампуни, смузи на мои волосы натуральные. Не крашеные, не замученные, теперь еще и с каре. Смузи прекрасно подходит, прям отлично. Маски не пробовала, но обязательно попробую. Вот, помимо всего прочего, это очень красивые упаковки. Они выглядят необычайно, их не стыдно подарить, потому что, во-первых, ты уверен в продукте, в его качестве. Во-вторых, все-таки внешний вид имеет значение. Ну, я никого не хочу обидеть. То ли подарить ботанику, которая немножко выглядит, ну, как бы уже несовременно. Она действительно выглядит как что-то из линеечки подешевле. Пусть и хорошая для кого-то, но не для меня, но подешевле. А эту линейку, вот у меня, я запасаюсь ей, а у меня ее всю разбирают. У меня ее просто забирают на подарки. Мне говорят, а у тебя есть что-нибудь вот такое, ну, чтобы не с пустыми руками пойти, да, там, кому-то? Конечно, есть. Мыло тоже просто обалденно. Вот если вы хотите сделать подарок какой-то, вот незначительный, ну, как бы незначительный, значительный, но недорогой, то, пожалуйста, линейка Superfood прекрасно подходит для подарка. Ботаника. Так мне хочется ощутить что-то больше, чем траву и зелень, но пока из всего того, что я приобретала, ничего нового. Линейка детская будет у нас расширяться. Я буду ждать 13-й каталог. Зубная паста действительно очень хорошая цена. Вот этот крем. Если крем Love в баночке, только вот у меня сегодня спрашивали, что для атопичной кожи использую. Крем Love в банке, который, он погуще, поплотнее, и он очень хорошо заживляет уже, когда атопический дерматит перешел в фазу таких болячек с коростой, или если ребенок упал, повредил коленку, у атопичных детей гораздо дольше заживают порой вот такие места, вот там Love. А для повседневного ухода за атопичной кожей, вот лучше этого крема нет. Он такой легкий, увлажняющий, но все равно в этой линейке для меня немножко неприятная отдушка. Супер акция, не пропустите. Это как и кисточки, нужно в первые часы действия каталога покупать, потому что все разберут. На нашем складе только один вид кофе есть. Не знаю, может быть, для акции подвезут, а пока нет. Кстати, предлагайте, или себе приобретайте, или подругам предлагайте. Можно сделать очень хорошие наборы к 1 сентября. Кофе, например, и шоколадка без сахара. И вот, особенно если вы на продажу берете, мне кажется, у вас руками с ногами оторвут красивые шоколадки и вкусный кофе. Прям вот формировать подарочки. Они получаются приятные, бюджетные. И в сад, в школу, везде понадобится. Так что обязательно возьмите на заметку. Чаи хорошие. Пьем теперь только их. На Гринфилд смотреть даже не можем. Ни на Гринфилд, ни на Тесс. Батончиков я наелась. Каша обязательно буду закупаться, которая с яблоком и с фундуком. Она все-таки самая лучшая. Суп чечевичный. Моя мама любит, который с карри. А я все-таки люблю копченый. Так, еда. Тут тоже все могу абсолютно посоветовать. Кетчуп мне легкий не понравился, но из него хорошо делать. Скажите мне, я вам скажу. В Канаде мы это называли дип. Дип это глубокий. Короче, то
во что макаешь. Вот, если вы хотите такой необычный вкусный ужин, нарезайте палочками, брусочками огурцы, болгарский перец, в общем, разные овощи, морковку. И берете наш соус, например, немножко сметанки можно добавить и вот такую вот соль. Одну из них, например, или ту, которая у нас с базиликом, или ту, которая подкопченная. Добавляйте прям немножечко, любые приправы. И вот макаете свои палочки в этот соус. В Канаде, в Америке это очень распространено. У них прям целые наборы продаются, уже готовые для такого вкусного приема пищи. Так, обращаю внимание, что будет акция, но она ограниченная. 1 плюс 1 равно 3. На коктейли, только те, что представлены на данных страничках из этих двух коктейлей. На первом месте для меня малина, на втором ваниль, смородину я не поняла. Скульпту я получу в подарок в следующем каталоге. Батончики. Но тут суперфуды, которые я считаю откровенно дорогие. Так, что по акции будет? Мастоп, но его все-таки 70% скидкой лучше покупать. Так и не появилась живица у нас на складе, и из-за этого не могу купить пихтовиту. Вот живицы-то у меня полно, я запаслась, почитав отзывы, что она пропадает, я очень хорошо и запаслась. Обязательно буду покупать концентрат Энди Пауэр. Вот опять же, мой муж-скептик, это вот лучшая реклама Фаберлик. Если он заценил, то действительно товар хорош. Вот у него, ну как бы, организм реагирует на некоторые продукты питания. И если у него скрутило живот, это единственная таблеточка, которая помогает ему, ну, спокойно жить дальше. Там у нас, короче, это как панкреатин, который в дорогом варианте продается как мизин, но на самом деле панкреатин. Вот, тут достаточная доза панкреатина и еще кое-что еще, чтобы контролировать ваше пищеварение. Тоже обязательно приобретайте, это очень хорошая цена, 133 рубля при покупке двух наши чаи. Однозначно могу рекомендовать чай Шуга Контроль. И когда буду говорить с вами об БАДах, я вам тоже про него расскажу. Ну и сейчас скажу такой важный момент. Недавно моя мама рассказала мне о том, что у нее на работе она понервничала и подскочил сахар. 8 с чем-то она померила на глюкометре, по-моему, если я не ошибаюсь. Но моя мама смотрит мое видео, если что, она мне поправит. Она заварила этот чай, выпила, через время померила сахар, и он уже был 5,6. Так что сахар действительно работает. Все чаи рабочие. Мне на данный момент больше всех нравится антистресс. Прям по 2 пакетика завариваю, а по вкусу для меня самый невкусный – это детокс. Но если вы их постоянно принимаете, они работают. Вот прям уже долгое состояние затора он не расслабит. Вот. А если постоянно принимаете, он обязательно поможет. А, и еще знаете, какой советую? 100% попробовать бронхо. Помог как прочистил легкие после ковида. Ну и переупаковка у нас, иммунити и чистота и легкость в теле. Буду заказывать, сравнивать по вкусу, изменилось или нет. Валик действительно лучшая цена года, и на такие товары у нас нельзя использовать 70% скидку, поэтому их стоит брать. Так, ну Денис я никак не комментирую. Тоже, правда, лучшая цена года на сковородку, шикарная сковородка, я люблю ее и уже дарила в подарок. Так и не будет, видимо, скидки на плоскую, наоборот, высокую сковороду, потому что в том каталоге, в 13-м, тоже на нее скидки нет. Я ждала, что все-таки дадут скидку. Обращая внимание, на сайте предупредили, что на эту форму неправильно указан артикул. Ножи будут у нас по скидке. Обращаю опять же внимание. Если кто-то сможет поймать чайник Гунфу, я писала в обратную связь, вернутся ли они. Сказали нет, это был лимитированный выпуск, но в конце лета они опять ненадолго появятся. Поэтому мониторьте склады. Но если вы из Калининграда, не смейте забирать мой Гунфу, я хочу еще купить. Наконец появилась на складе солонка, я смогла ее заказать. Мне она нужна, потому что у меня супруг любит зеленый лук макать в соль, и у нас солонка все время переворачивается и просыпается. А здесь широкое горло, и дозатор есть, и можно использовать и как солонку, и как открытую солонку, чтобы
зелень туда окунуть. Так, ну на это я вам так и не сняла видео, но это не настолько срочно, потому что акции на него нет. Я поэтому немножко отодвинула, это не первостепенное задание для меня. Обязательно куплю, как-то мне захотелось вернуться к этому кондиционеру. Поэтому буду приобретать. Он такой густой, плотный. Так, ну тут переупаковки, переупаковки серии «Дом». Про эти новинки я вам уже рассказала в распаковке. Так, что у нас тут еще? Отбеливатель по хорошей цене. Так, вот. Обращаю внимание, любые два геля для стирки 279 рублей. Буду закупаться. Такая цена бывает примерно раз в 3-4 месяца. И мне хватает, вот я закуп делаю, и у меня от акции до акции хватает. У меня быстрее всего уходят белый и черный. Этого мне вообще хватает, мне кажется, на год, а этого на полгода. Ароматизатор для белья я вам уже сказала, аналог нашей мочалки. Хочу немножко уделить времени полотенцам. И я их не покупала, потому что у меня огромное количество полотенец. Как-то нам на свадьбу и на все такие наши семейные праздники молодой семье все дарили постельное белье, скатерти и полотенца. Поэтому у меня просто нет нужды, но мне бы очень хотелось. Мне нравятся все четыре расцветки. В большей степени, конечно, мне нравится фиолетовый такой, лавандовый. Тут он подписан как сиреневый. Очень нравится желтый и аквамарин. Я бы с удовольствием купила все эти расцветки, но, повторюсь, у меня достаточно. Полотенца, во-первых, производство Турции. И Турция, ну, она как бы славится качественными полотенцами хорошими. Здесь у нас с вами 100% хлопок. Плотность полотенец 250 грамм на метр квадратный. Я знаю, что для кого-то это важная информация. Стирка разрешена при температуре до 60 градусов, но нельзя гладить, использовать химчистку. И если вы используете сушильную машину, только на низких температурах. Размер указан. А, не 250 грамм, 350 грамм на метр квадратный. Есть три размера, 30 на 50, 50 на 70 и 70 на 140. Но 70 на 140 это прям большущее полотенце. Поэтому да, спрей обязательно покупаем. Не просто потому что ковид. Не забываем, что до ковида существовали и другие вредоносные бактерии. Обрабатываю этим спреем поверхность столешницы, микроволновку, холодильник. Он именно для сухих поверхностей. Обрабатываю обувь. Сейчас вот у меня уже в использование пошел, я как раз на нем нахожусь, покажу вам, детский коврик. Вот его я тоже обрабатываю этим спреем. Наношу на ночь и оставляю. Утром детской влажной салфеткой еще раз прохожусь. Его очень тяжело мыть, на самом деле, только если в душе полноценно. Про спреи вам я, новый освежитель я вам рассказала. Перевыпустит гель для чистки металлических поверхностей. Он у меня как раз кончился, хотела купить, а тут узнала, что будет перевыпуск. Но в любом случае очень хорошие цены. Конечно, там всего на 4 рубля дешевле, но все равно выгодно. Прям вот это все с этих страничек. Два любых продукта покупайте по 155 рублей. Советую обязательно купить средство универсальное для мытья полов, стен, холодильников, столешниц и всего прочего. Обладает антибактериальным эффектом. Полы моются до скрипа. Есть знак хрустального лотоса. Я почему-то все время хочу назвать его золотым лотосом. Такой знак получает продукция. Действительно, с максимально безопасным экологичным составом и обладающий определенными свойствами. Что бы еще могла посоветовать из этого всего? Ну, наверное, больше всего, конечно, это средство, потому что я его буду закупать. У меня его тоже много заказывают. И сколько бы я в запас себе не брала, все равно все разбирают. Кстати, я видела, что в 13-м каталоге вернутся ведра, но я вам уже показала, где купить дешевле и, как мне кажется, не хуже. Что тут. Ну, тут все как обычно. А, ну вот про эти вещи мы не забываем. Что есть триггеры и дозаторы. И все прочее. И очень обидно, что вот дозатор не подходит для геля для мытья посуды.
Линейка для животных обалденная, обалденная. У нас собака-баллонка с такой непростой шерстью. Лучшее средство мы не находили. Продолжается распродажа детской коллекции. И хочу обратить ваше внимание. Вот, например, в текущем каталоге была указана одна распродажа детской одежды. И там вот ошибка, это печатка с пиджачками. Они вообще копеечные. И, кстати, они отличные. Вот сколько детской формы, у меня школьной формы заказали. Она суперская. Досниму для вас в конце недели еще кое-что и буду монтировать видео, прям большой обзор на детскую коллекцию, и футболка там это будет в обзоре. Так вот, стартовал каталог, сначала были по акции все товары, представленные в каталоге, а потом туда добавили и светоотражатели, и рюкзачки, и ланчбоксы, и еще что-то. И мне кажется, что стартует каталог, и вот к этой акции добавят все то, что, наверное, ну я так думаю, не продали по прошлой акции, поэтому если я все-таки выпущу видео про форму, пусть и поздновато, но я выпущу, потому что мне кажется, ну, может быть, там где-то через неделю, не через 10 действий каталога, все будет участвовать, не только то, что здесь изображено, а в принципе все. Форма стоящая, цены суперские. Так, ну тут у нас ничего особенного не происходит. Вот эта вещь показала свою бесполезность для меня. Я спонжики, вот пришли бьюти-блендеры с Алиэкспресс, и я их чищу, очищаю нашей силиконовой щеткой зубной, именно зубной. Я в видео об этом не сказала, сказала силиконовой щеткой, зубной щеткой силиконовой. Шикарно очищаются спонжики от тонального. Новая одежда, предлагается каталог за 25 рублей. Мне, в принципе, нравится такой стиль, но цены, я считаю, какие-то сумасшедшие. Я вот сейчас на распродаже заказала 33 позиции одежды стоимостью до 500 рублей в компании Faberlic. И я вам все покажу. Все, что присылает Faberlic. Так, вот и все. В подарок за регистрацию в следующем каталоге универсальный подарок. Потому что косметика, уход, парфюм, это все-таки немножко не персонализированный подарок, а товар для дома нужен всем. Кондиционер, который я из двух считаю лучшим, он очень концентрированный и расходуется гораздо более медленно, чем все остальные. Стиральный порошок, я надеюсь, его дадут на выбор. Так, а нет, порошок будет один. Вот, раз белый колпачок, значит, для белого, и пятновыводитель. Поэтому, если вы еще не заказывали в компании Faberlic, то есть смысл пройти по ссылке под этим видео, получите мой номер телефона, сможете напрямую задавать мне любой вопрос в любое время суток. Но на этом всем большое спасибо и всем пока-пока!